Всем привет! С вами канал Art Mania. Сегодня у нас еще один теплый денек, солнечный. Сегодня мы идем на Крымскую площадь. Там вроде как установили фонтан, сделали парк. Видела я его у самарского блогера какого-то там. Он снимал на дроне. Дом красивый. Какая красота! Я не вижу ничего. Фонтан. Конечно же, уже грязь с кругом. Пришли мы на Крымскую площадь, дошли мы с огромнейшим трудом, очень-очень сильный ветер. Не знаю, мне даже кажется, что мы зря вышли. Так было страшно, что сейчас что-нибудь на голову прилетит, какая-нибудь ветка. Ну, вроде деревья не падают так-то, как вы смотрите. А наверху как будто это лавочка такая же. Прилетела, наверное. А, по очереди. По очереди. Ой, как они все дружные. Тут какие интересные плиты лежат. Пишите в комментариях, для чего они. Понятно. Ай! Ой, на нас уже сделали. На этом месте вот стоял дом. Можете посмотреть влоги прошлогодние. Мы с вами зимой здесь были. Зимой или осенью, весной, не помню. Здесь стоял как раз вот дом. Особняк огромный. С огромным, просто шикарным садом. Ну, тут все убрали, естественно. Все спилили, посадили новенькое. Травку. Наверное, единственное, вот это вот дерево осталось большое. И все, остальное все поубирали. Сделали фонтан. Красоту. Здесь тоже что-то мокро. Какой-то даже памятник, что ли. Вот это, конечно, здание. Не мешает даже. Такое оно зеркальное. Строилось, кстати. А, еще строится. Еще строится.
Ой, там лежаки какие классные. Там уже кто-то лежит. Да, для молодежи здесь, конечно, хорошо. Лежачки, полежать можно. Никто тебя не трогает. Уже там не где-то по гаражам твой ребенок скачет, а лежит здесь на лежаках, отдыхает. Прикольно так. Тут согнутыми коленками лежишь, а тут ноги кверху, а здесь вообще лежа. Прикольно, можно прийти, порисовать, почитать книгу. И травку посадили, и фонтан сделали. И вообще такая красота, так классно. Смотрите, как классно. Такие досточки. И каркас, кстати, хороший, не утащит. Наверное, наш российский народ. Беседочки какие там клевые. Ну, сверху, конечно, с высоты полеток смотрелось все гораздо прям красивее. Здесь, ну, в принципе, да, тоже красиво, мне понравилось. Ой. Листопад. Мусорки, конечно, не без мусорки, завалено все. Народ отдыхает. Не знаю, насколько удобно лежать на таких лавочках. Неудобно даже. Не знаю, мне кажется, такие штучки сделаны, чтобы зимой в грязь можно было почистить ноги здесь, что ли. В другом парке там тоже такие же сделаны, там размер поменьше плит этих. Такую красоту сделали, молодцы.
Спасибо.